мытье туловища. Для мытья верхней части туловища понадобятся одноразовые перчатки, клеенка или впитывающая пеленка, мочалка или специальная рукавичка, лоток для мыльного раствора, таз с чистой водой, очищающие салфетки, специализированные средства гигиены, полотенце. Профилактикой образования пролежней является ежедневный осмотр и уход за кожей пациента. Места возможного образования пролежней, положение на спине – это крестцовая область, область лопаток, а также локтей, пяток и затылка. На боку – область ушной раковины, плечевого, локтевого, бедренного и коленного суставов, лодыжек и места их соприкосновения. Сидя – в области лопаток, копчик, седалищные бугры, область пяток и пальцев стоп. Разденьте больного, снимая одежду сначала со здоровой, а затем с паритичной руки. Сложите руки больного на его груди. При этом здоровая рука должна поддерживать больную. Помогите больному повернуться, побуждая его максимально использовать свои силы. Поверните больного на бок, со стороны спины подложите впитывающую пеленку или клеенку. Рядом с кроватью поставьте таз с водой с температурой 35-38 градусов Цельсия. Смочите мочалку или специальную рукавичку в воде. Добавьте на нее моющее средство. Отожмите ее и оботрите спину больного. Затем ополосните мочалку в тазу с чистой водой. Отожмите ее и удалите с кожи спины мыльный раствор. Для проведения гигиены спины можно использовать очищающую пену, которая наносится на кожу больного при помощи рукавички и снимается салфетками. После окончания процедуры промокните кожу больного полотенцем. Аналогично, поочередно моются другие части тела больного.